Новости. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. В Карелии с рабочим визитом находится заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Он будет находиться в Петрозаводских районах до 26 октября, сообщили в правительстве республики. В ходе поездки планируется участие в открытии крытой хоккейной площадки в Кими, в запуске лесозавода «Финтек» в Лоуском районе, в открытии восстановленного воинского мемориала на станции Раменцы Сегежского района. Также Рашид Нургалиев откроет новый региональный центр спортивной гимнастики в Петрозаводске. Карелия вошла в число регионов с наименьшим количеством нарушений на ЕГЭ. В Москве прошло всероссийское совещание по итогам проведения ЕГЭ в 2018 году и подготовки к итоговой аттестации в 2019. Участников рейтинга распределяют на зеленую, желтую и красную зону в зависимости от количества нарушений, зафиксированных при проведении ЕГЭ. Карелия уже четвертый год входит в число регионов с наименьшим числом нарушений, сообщает пресс-служба карельского правительства. Глава Карелии Артур Парфенчиков вошел в топ-10 самых сексуальных чиновников России, по мнению Ксении Собчак. Телеведущая и политик сравнила руководителя нашего региона с братом зрелого Марлона Брандо и поместила на 8-е место. На этом наш выпуск завершен. Подробности читайте на сайте ПТЗ «Говорит». С вами была Юлия Окунева. Впереди вас ждут любимые хиты на радио «Дача». Музыка нас связала. Спонсор выпуска. Компания «Адуавто». От легковушки до КамАЗа. Наш техосмотр проходят все. Нам на длину колесной базы начхать во всей ее красе. Мы не хотим экспериментов. Мы дело делаем с умом. Мы прям напротив «Шкода-центра». Прям на проспекте. На Лесном. 28-54-80. Техосмотр на Лесном.